какими творческими делами занимаются у нас дети в Мелеузе. Смотри, сколько. Начал. А там что? Не забудем, каждый покажем. Так. Школа из села. Вот натурально прикольно. У меня пятерка встала. Ну, особенно мне нравится такая вещь. Согласен с природой. Вот еще натурально. Но это как-то вот более, ну, не знаю, зашло. Это творческие. Да, девчонки делали. Это заводские пошли. Это вот тоже интересно. Плетенка, блин. Плетенка, интересно. Вот это прикольно. Вообще. Я бы купил. Есть листы еще есть. Опа, не пытается. Интересно сделано. Можно купить одну. Можно сказать, заводское. Вот столовая. Советская столовая. А вот пицца. Из этого. Из джута. Прикольно. Прикольно, да? Все красиво? Нравится вам? Да. Какая больше всего кормушка вам понравилась? Вот это ваш дедушка сделал. Это ваш дедушка? Да, это моё. А, он сам умеет плести? Да. А где он живет? В Мелеузе? Он живет в Бекузино. А, в Бекузино. Нижний. Нижний Бекузино. Он продает много-много-много кормушек таких. А он делает для курочек? Курочек? Чтобы куда яички несли, как это называется? Ну да, может сделать. А как у него, как его телефон взять? Не знаю. Как ему позвонить? Как его вот... Прикольно. Мы можем на следующий кроссфит, вы сюда придете, мы скажем... Нет, я больше могу не прийти. Но Нижний Бекузино, фамилия у него Усманов, да? Там кукла еще есть. Магизов, да? Или да. Нет? Да, мы Магизов. Это Магизова и Вина. Ага. Это ее скворечник, но сделал наш дедушка. Прикольно. Вообще столько... Там еще бутылка. Кукла. Прикольно. Вот, вот какой кукла. Портфель. Это вот. Конкурс, да? И кто здесь выиграет? Кто вообще? Или еще... Не знаю. Еще просто... пока собирают, а потом... Будет приз за первое место или не будет? Вот эта бутылка, она, и внутри там еще одна бутылка с кормом. А, то есть это как бы кормушка, которая сама себя добавляет, да? Угу. Полуавтоматическая, можно сказать. Или автоматическая, да? И вот еще сюда можно засыпать зерна, да. И вот так вытаскивать, она будет сыпаться. Отличная вещь. Давайте, что тут еще? Колодец. А вот на курьих ножках она должна стоять, конечно, вертикально, но... Смотрите, колодец. А вот это я что-то пропустил. Смотрите, с какими глазами. Сова, что ли, да, получается? Это диски. Диски. Компакт-диски, да? Раньше такие вещи были, сейчас уже устарели. Колодец прикольный. Это в колодец надо кормить или как? Колодец насыпаешь и вот так. Да. Из колодца. Ну ладно, спасибо. О, из карандашей. Как я пропустил здесь половину? Какая карандашная прикольная. Разноцветная, яркая. Кстати, была выставка всемирная в Дубае, и там был павильон России, и он был сделан вот таким же цветами из труб. Так вот, ну как бы из труб, так красивый российский павильон. И здесь в Мелеузе кто-то не то что повторил, а развил эту историю. Что еще? Ну нет, ну ты не забирай, просто можно потрогать. В руки брать, наверное, нельзя. У меня блестяшки из-за этого. Да, да. Пусть она стоит. А в садике? Вот такой ассортимент. Смотрите, сколько много.